Волшебный край, удивительный Крым. Крым вечно юный, скалы и дюны, рассвет на море неповторим. Крым — это песня, спевая вместе, наш светлый край, удивительный Крым. Крым — это песня, спевая вместе, наш светлый край, удивительный Крым.
повторим. Крым — это песня, спетая вместе, наш светлый край, удивительный Крым. Синева небес, море и вершин, там идет тебе мой любимый Крым. Серебро степей, золоте поля, так идут тебе, крымская земля. Серебро степей, золоте поля, так идут тебе, крымская земля. Крым вечно юный, скалы и дюны, рассвет на море не повторим. Крым — это песня, спетая вместе, наш светлый край, удивительный Крым. Крым вечно юный, скалы и дюны, рассвет на море не повторим. Крым — это песня, спетая вместе, наш светлый край, удивительный Крым. Крым — это песня, спетая вместе, наш светлый край, удивительный Крым. Дамы и господа, и с огромным удовольствием приглашаю к микрофону для приветствия главу Республики Крым, председателя Совета Министров Республики Крым, председателя Организационного комитета Ялтинского международного экономического форума Сергея Валерьевича Аксенова. Дорогие друзья, на самом деле, знаете, как гордимся, смотрите, какие у нас коллективы прекрасные в Крыму. Представлен весь многонациональный Крым. И вот я думаю, что ребята вам больше впечатлений положительных эмоций доставили, чем если бы у нас сегодня выступали там звезды разного уровня. Вот они и есть звезды настоящие. Я думаю, что все остались довольны. Давайте их поддержим. Спасибо вам всем, друзья. Участникам форума, конечно, что хочется сказать. Я думаю, что вы все зарядились положительной энергией. Чувствуется, был хороший драйв. Мы сегодня на всех площадках обсуждали важные и для страны, и для всего мира вопросы. Думаю, что всем это пошло на пользу. Каждый из вас получил какой-то практический результат. Хочу, чтобы вы уехали с ощущением выполненного долга, что здесь вы отработали на 100%. Практические результаты форума подведем завтра. Будет понятно, какое количество соглашений мы подписали. Но я думаю, что результат не в этом главное. Главное, что у нас появились настоящие друзья, постоянные верные друзья российского Крыма, которые нас не предают, которые постоянно с нами. Спасибо вам. Поздравляю вас с проведением 4-го Ялтинского международного экономического форума. Поздравляю вас! Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сопредседателя Организационного комитета Ялтинского международного экономического форума Андрея Геннадьевича Назарова. Дорогие друзья, сегодня из 67 мероприятий, которые входят в программу 4-го Ялтинского международного экономического форума, практически прошли 59, и на завтрашний день осталось 8 мероприятий. Но уже сегодня можно сказать, что форум проходит успешно, и главная оценка для нас, организаторов, это же, конечно, чтобы вы, участники, гости, наши друзья, остались довольны, подписали соглашение, контракты, ну и, конечно же, уехали с хорошим впечатлением, хорошим настроением. Высшая для нас награда – это ваши улыбки. И мы, пользуясь случаем, приглашаем вас на 5-й Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле 2019 года здесь, в МРИИ, в Ялте, в Крыму. До встречи в следующем году. Снеги и ветры лихие,
это бескрайняя, это родная земля. Это наш край и наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра в степи миссии шаг. На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Женщины нежные, дети растущие ввысь. Нивы бескрайние, сильные руки мужские. Хлеб и подснежник, и вечно кипящая жизнь. Это наш край и наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра в степи миссии шаг. На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Самая светлая, самая сильная, жизнь обильная, мать и владычица, ваше величество! Россия, любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор, великой жизни ветра в степи миссии шаг. На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра в степи вести шаг. На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Выступала заслуженная артистка Украины и Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым Эльмира Налбантова. Дорогие друзья, на 4-й Ялтинский международный экономический форум в Крым приехали участники из 71 страны. Это Австралия, Австрия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Кипр,
Киргизия, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Латвия, Лесото, Ливан, Литва, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Перу, Польша, Республика Абхазия, Республика Конго, Республика Южная Осетия, Сенегал, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Турция, Уганда, Украина, Филиппины, Франция, Чад, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южноафриканская Республика, Япония. Дорогие друзья, богат и интересен Крым своей многовековой историей, которая полна интересных событий и неожиданных поворотов. Следуя доброй традиции принимать на крымской земле почетных гостей в рамках международных форумов, мы с большим удовольствием продолжаем знакомить вас с лучшими творческими коллективами Республики Крым. Дорогие друзья, встречайте на сцене артисты Крымской государственной филармонии. Ирина Емельянова, заслуженная артистка Крыма. Встречайте!
Ирина Емельянова. Встречайте.